Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств подвели итоги отчетного периода и рассказали о планах на текущую рабочую неделю. Подробности далее. Более 2000 обращений от жителей приняли сотрудники полиции на минувшей неделе. За отчетный период в Люберецком управлении МВД возбуждено 14 уголовных дел. Только одно преступление пока остается нераскрытым. Личный состав занимается охраной общественного порядка на всех наших округах. Особенно сейчас с хорошей погодой народу очень много на озерах. То есть это Малаховки, Наташинские пруды, в парках, особенно в вечернее время. Приготовимся к большим выходным. На территории городского округа Люберцы спасатели боролись с огнем 5 раз. 3 пожара произошло в жилых помещениях 1 июня, 2 возгорания в бытовках 5 и 6 числа. В результате последнего происшествия погиб человек. И 6 июня Краскова, улица Озерная, дом 3, 2 часа 30 минут. На данной территории обгорела бытовка 6 на 3 по всей площади. К сожалению, погиб человек, личность устанавливается. В Люберцах продолжается капитальный ремонт МКД. Одна из частей программы – замена лифтов, отслуживших более 25 лет. На данный момент в домах городского округа заменили 56 подъемников, 15 в работе. Графики и списки замены лифтового оборудования размещены на официальном сайте администрации люберцы.рф, а также на сайтах управляющих организаций, в чьих домах производится замена лифтового оборудования. На совещании обсудили ход благоустройства округа, вопросы, связанные с вывозом мусора и ремонтом дорог, а также работу службы ЕДДС-112 и учреждений здравоохранения. В конце встречи подвели спортивные итоги недели. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.